Всем привет! Это продолжение моего FIFA сериала, в котором я играю за Китай в Sid Meier's Civilization 6 Snow Quit модом. Если вы смотрите его не сначала, то пожалуйста перейдите к первой серии, там все объясняется, да и вообще смотреть сначала лучше всего, ссылка появилась в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра. Что вот это происходит? Почему он куда-то выперся? Ну вот, блин. Просто полностью здоровые кони прибегают ко мне. Я не понимаю. Я чего-то в этой игре не понимаю. А какие-нибудь бонусы есть у Ацтека к силе? Да. За каждый люкс плюс один к атаке. Но это только у Орлов, нет? Считаем. А, нет, есть, да. Да. Вот они лежат. Вот написано, люксы дают плюс 2 дополнительных аменити, ну, счастья городам, то есть вместо 4, 6, плюс 1 к силе атаки за каждый различный тип люксов, обработанных на территории ацтеков. Смотрим, у ацтека, наверное, штук 8 их своих. Получаем 8. Ну... Вы не будете там спешить на него нападать? Потому что он такими темпами может и меня дальше снести. На него только русский может напасть, наверное, сейчас. Почему? Испанец? Бразилец? Испанец. Бразилец сейчас меня пилить, наверное, будет. Я ж тебе помогал. На 140-м он меня этот русский снесет, начнет сносить. Зачем? Ну, если захочет. Я не знаю зачем. У него и так вроде все хорошо. Но мало ли. А надо, чтобы было еще лучше. Ну блин, ну. Так что говорить, обижает там кого-то ацтек, да? Да. Обижает. Ну да, реально, он захватывает обратно свои города, уничтожает мои юниты. А, я не понимаю, откуда это. Не, ну я просто не могу понять, откуда это все взялось. Ну, главное, еще юниты, у него как юниты здоровые, куча их штук. При том, что у него два города уже было захвачено. Два города, при том, что он не был никогда лидером по производству. Я всегда второй шел. Предлагаешь это казахов в экспедицию отправить разведать, правильно? У меня как раз он обвинял, там повод есть. Ну давай, у нас союз вроде. А, нет, не союз. Экспедиция. Да, ну это, блин.
Так какой бонус у него эти юниты имеют тогда за счет своих? Просто его кавалерия сносит мою кавалерию вообще без этих. Шансов. Да. Плюс 8, плюс 9 к атаке. Не знаю, может, никакую арту. Ну, я как бы в нее иду. Собственно. Интересно, у меня все города в экстазе. От чего? Ну, может, действительно какой-то, потому что мы действительно много юнитов убили. Как? Откуда экстаз? А сколько у тебя люксов? А как это посчитать? Быстро. В репор. Вверху. Зайди. Ну или сверху, да. Юпта, да я сейчас исправлю. Давай я тебе помогу, чтобы не было экстаза. Чё ты? Вот так. Нет. Вот. В смысле, а что ты сделал? Не, ну вот, вот все понятно. У него, у меня кавалерия 64. У него, а у меня 55. Вот, плюс 9 как раз дает. Ну блин, ну вот как тут воевать? Конечно, генерал, он меня тут все сносит. Генерал нужен. С генералом всегда веселей. Он дает плюс 5. Нивелирует эти вот всякие бонусы легко. И кавалерия без арбалетов здесь не очень. Да не, он просто тут кавалерией несется. Вы будете на него нападать-то сзади или нет? Казахи вопрос... скачут, но тут джунгли. Не, ну причем русский? Не, блин. Вопрос хороший. Русский, не, русский, тебе хуже всего идти. Я не знаю, чем там занимается испанец в Бразилии. Вся армия тут. То есть вот как я напал на ацтека, когда у него армия там была, захватил два города. Почему вы так сделать не можете? Я, мне не нужен был ацтек в тот момент. Вообще мне нормально на 6 городах. Вот лично я могу так по чесноку признаться. Я сижу, у меня хорошо дефающаяся территория. Я не понимаю, почему вот вы позапрещали принимать там защитник веры и прочее? То есть у людей есть бонус к нападению, а я не могу никакой бонус к защите себе взять. Что это за вот фигня? Ему повезло, что у него 9 люксов на своей территории. Было бы у него 4 или 5 люксов. Было всего лишь плюс 4 или плюс 5. Нет, так а зачем вот это запрещать принимание? Затем, что это работает некорректно. Это же нация была... его бонус, а не для всех, которые бонус. Считаешь, а почему она нация... некорректно работает? Ну, разработчикам вопрос нужно задать. Потому что она дает четко плюс 10. А это очень много. Ну вот, допустим, казаки, представь себе, плюс 10 и с генералом, плюс 15. Ну все, это ГГ, даже нечего начинать. К сожалению, это пока забаганная штука. Отлично, не могу построить средневековые стены. Так все уже нельзя. Почему они нельзя? Сами должны были везде появиться. Они у тебя построены везде. А, точно. Потому что я вижу, у тебя все есть.
Да, но у него тут куча армий, я просто офигею. Откуда это все берется? Не, ну понятно, что у него просто сила. У него сила юнитов мощная. Плюс 9. Конечно, он мне посносил все. Когда у него были арбалеты и... Что там у тебя было? Арбалеты и все. И рыцари. И рыцари, да. Арбалеты и рыцари нормально шло. Появилась кавалерия, то есть одинаковые силы. Ну, хотя не знаю, вот сейчас навожу типа 63-62. А другого навожу... А, это мушкетер вообще. Не, стоп, что-то не то. Что-то я... Он в корпусах? Нет. Выйди в корпуса. И ты будешь... Ты же говорил, что ты в корпусах. Ну ты... да, только, блин... Леша, ты не видел, сколько у русского было армии казаков и корпусов? Но у тебя бонус у армии, у тебя у Америки бонус на своем континенте. А у меня никаких бонусов нету. У тебя бонус построить чудеса, ты их построил? Кстати, да, все. Так у меня и армия так неплохо была. Ну, как ты хотел, чтобы еще и чудеса строить, и чтобы и армия еще с бонусом была? Это жирно было. Нет, все нормально было. Я просто не считаю, что у ацтека такой бонус должен быть нехилый. Ну я же говорю, ну было бы это плюс 4, плюс 5. Вот у него повезло, у него... Он вот одним городом, грубо говоря, заимел 4 люкса. Он на стыке континента. Блин, где тут какие тропические леса нормальные? Поставил город и как бы вот увеличил свое преимущество таким образом. Это не дисбаланс, прям дисбаланс. Ацтеки вполне нормальная нация. Как, кстати, ацтеки? Ну как не дисбаланс? Вы мне запретили... Почему? А почему вы запрещаете принимать плюс 10 тогда защиты? Больше еще раз тебе говорю, что плюс 10 это очень много, очень много. У него еще и счастье экстаз при этом. Не, уменьшается, то есть не баг. Ужасно. Я знаю. Все были города экстаз, а сейчас больше счастья. То есть без... Ну. Стараешься, продавишь. Кто, я? То есть ты захватил обратно свои два города? Ну, иногда стоит отойти, перегрупповаться и ударить еще раз. Да, если ты выйдешь в эти, как его называют, батальон, или как называют их, то я спасую, потому что мне до них идти очень далеко. Не, так может еще сзади кто-нибудь ударит и захватит города? Я просто еще был в полной уверенности, что еще кто-то нападет сзади. Ты даже не предупредил нас, как мы можем напасть вот на кого-то. Не... Так уже ходов 15 идет война. К чему вы готовитесь там? Что вы строите? К улету, Леш. А, ну да, точно. Это они изображают, что они тут воевать будут. Не, вот не надо гнать, как бы я юниты построил. Все у меня есть. Просто сейчас мне ввязываться вообще неинтересно. Ты ж там не побеждаешь, наоборот. Смысл мне напрягать сейчас ацтека со своей стороны. Так захватить города его. У него армия вся тут, блин. Это не меня надо. Это надо испанца теребить. Потому что у меня особо нету претензий к ацтеку. И города там стоят. Я не знаю, вы видите вообще карту или нет. Вы хотите подписать меня на войну? Которая мне особо не нужна. Спасибо, я не хочу. Так, ну у меня корпуса через два хода будут. А что, русский с... Показывай, Лёш, кто тут тебя обижает? Ну тебе
Направо надо идти. Просто направо иди и все увидишь. Не, я вижу около Гуанчжоу. Просто... Ой, направо, налево. Налево иди. Да ты там не видишь, я к его тена что-то там подвожу уже. Ага. Прям вот так? Там, правда, территория плохая. Одни горы. Если мне не изменяет память. Да, я не ожидал, что будет так сильно. Кому надо какао, кому апельсины нужны? Никто уже не меняется, да? У меня просто времени нет, у меня 3 минуты. Могу тебе предложить что-нибудь сам. Предложи что-нибудь сам. Да, придумай сам. Можешь соглашаться, я думаю, у тебя там точно этого нет. Не, что-то мне, по-моему... Сейчас, один момент. По-моему, мне кто-то что-то давал. Ты мне сейчас дал апельсины и что? И какао. О, кофе. Какао. Кофе. Кофе и апельсин. А нету точно. Тогда предложи еще раз, пожалуйста. Наверное, так. Все за сделками не следят уже. Ну, что происходит? Пушка. Уже стало доброй традицией, что мои видео выходят при поддержке 2GIS. Забронировать отель, узнать все про музеи, найти, где перекусить или, например, отыскать на огромный ВДНХ в Москве работающий туалет. Вы уже догадались, какое приложение поможет вам? Да, 2GIS. Заходите на 2GIS.ru и скачивайте. 2GIS, если быть точным. Интересно, если обстреливают военный лагерь, а там юнит, он тоже немножко теряет здоровье, да? Чуть-чуть.
Да, нет, суров, суров ацтек. Не, русский суров. Ну вот они тут уже начинают схлёстываться. 800 промки. 800? 460, да, средняя. Как-то до хрена 800. Но у меня упало из-за того, что у меня несчастье началось. Вот, минус 4 усталости из-за войны. Еще и по науке пошел вперед. Сильно. Так, тут у нас что, мародерство, стоимость поселенцев, нафиг надо. А стоит они сколько? 640, о. Купим и построим шпиона, банк. Я тут, оказывается, говорю, а оказывается, микрофон выключен. Так вот, сейчас Абдусалам будет. Я предлагаю, что сделать. Его никто не берет, все пропускают. Последний достается ему бесплатно. Вот. И можно использовать, он все равно ничего не дает. А что за Абдусалам? А, это вот это. Да, это вот этот, который типа в моде его пофиксили, но на самом деле получилось так, что сделали только хуже. Он не работает. Он просто не работает. Он ничего не дает. Я все-таки сделал это. Что? Я основал религию. Молодец. Мы все ждали, когда же ты это сделаешь? Испанец. Такой... Фейл. Главное вовремя. Ой, нафига я сюда пошел? О, русский уже лабы строит. Вот мы заладили. Русский то, русский это. Прям жить мне спокойно не даете. Не, мне русский помогает. Я считаю его классным парнем. Ну хоть кто-то.
А чё, Поленки объявил войну? А Валетта... А, Ви... Потому что Поленки это почти друг Ацтека. Испанец, самое время еще ударить. Я боюсь бразильца. Чего меня боится? У которого меньше всех армии? А, да. Ну, это означает то, что он может ее построить и прийти мне в спину. Логичное заявление. Ага. Ну, промышленность больше, чем у меня. Если начну строить, я не отобьюсь. Вот и все. Ух ты, танки. А по техам он выше меня. Танки у кого? У меня. Молодца. А чё я не вижу, что у тебя танки? Это кто говорит, русский? А, нет, и бразилец. А как ты можешь видеть? Ну, по технологической линейке. Не, мне показывают. Не знаю. Мне показывают, что он в либо в лаборатории, либо в танках. Американец не ради войны, просто проход нужен был. Да я не против. Я тебя обвинил, поэтому не мог право прохода получить. Сейчас так, в общем, всех нагнет внезапно. Нет, там уже русские выиграют, мне кажется. Не, у них уже армии бесполезно. У них это у кого? Там испанцам надо наоборот помогать. Вишневецкому. Почему ему надо помогать? Я бы на месте испанца наоборот захватил города. Лабы, вот эту печаль. Да, он строит их уже. Я вижу. То есть русский пошел в лабы, тет пошел в танки. Русский на грантах сидел, что у него 280 было, да, русским? Я уж было начал переживать. Короче, Ацтек, чем тебе помочь, дорогой? Посочувствую только я. А зачем? Объясни мне. Ацтек, чем тебе помочь? Скажи. Я только лишь, если ты мне подаришь... Подаришь что? Не услышал. Технологию, танки, армии, там, не знаю, что я мог строить, но что у меня хватает всего. А как я их могу подарить тебе? Никак. Хреново, дружище. Ты же знал, что я осудил тебя случайно. Ты же знаешь, как это бывает, да? Да и мне некогда даже смотреть тут такой ворог. Просто я к тому, что я хочу тебе помочь. Очень. Ну напади на русского с другой стороны. Через как? А, через море. Ой, ну это такая затея дурная, честно, то есть мы. А как он, как ты через море собрался нападать? Что мы делаем? Ну, он приплывет. Сделать это Поленки у него отнять. Вот Поленки, в принципе, сейчас. А нет, Поленки дает ему бонус. Что дает Поленки? Вот смотри,
Ну, 15-процентный рост, который уже нахрен не нужен. Я согласен. Я сейчас сижу на коммерческих городах, которые я ему не даю. Вот чем я могу помочь. Здесь я помогу. Я могу только морально помочь. Я вообще-то знаю только два коммерческих, и вот по Ленге больше ничего не знаю. Там злой русский у меня забрал город, набил меня. Что-что сделал? Набил меня, забрал город. А что такое набил? Видно, побил. Ну это я, чтоб грубо не сказать. Ну да, побил. Правильно. Обидел. Давай уж так, мягко скажем. Обидел. Так, вот тут у меня... То, что русский пришел тут воевать, вот это не очень хорошо, помогать ацтеку, китайцу. Китаец мой давний друг, чему я не должен ему помогать? Ну, ясно, ясно. Я надеюсь... А чё вы не помогли? Почему вы не захватили себе города ацтека, расскажи. Тогда, когда... Такой же логика, почему бразилец... Да у них просто логика, чтобы подольше воевали, вот и все. Нет, бразилец уже мог мои города захватить тоже. Вот скажи, вот можно вопрос задам? Сколько в России городов? Ну сейчас 6, было 5. 6 с чужим, да? Да. Ну вот у Бразилии 6 своих городов. И? Ну и как бы и специально я пытаюсь догнать лидера всю игру. Упороваться в тот момент, когда вы воюете, я не вижу резона вообще никакого. Ну, я в плане... Я как бы поверх ветки, пока видел возможность, я начал строить юнит, потом началась фигня. Я понял, что если я упорюсь, то опять-таки бразилец может прийти. Я шел строго по верхней ветке, у меня кавалерия до сих пор не изучена. Это зря. Да, короче, против ацтека работают только юниты следующей эпохи. Не, а чё я зря, как бы понимаешь, но у меня вот для защиты моих конкистадоров вполне за глаза хватит. Для защиты, да. Я бы на твоем месте Текскоко захватывал бы только в путь, потому что он тебе реально мешает. Ну, это взгляд со стороны. Потому что он фактически забрал у тебя часть даже твоей территории. Да мне больше окон хочется освободить. С другой стороны, уже я не дипломатов нет, так что толк его освобождать нет. Во-первых, а во-вторых, после того, как русский еще вступился. Так русский наоборот тебе помогает. Так в том-то дело, что а кто потом русского будет останавливать, если мы... Да он если... тебе столько армии убил русской, или ты ее как-то распустил? Пустил. Слушай, как ты там умудряешься против танков еще и русского воевать? Да, я же говорю, это Рэмбо какой-то. Сейчас китаец опасен, но у русского что? Нет, казаки... понимаешь, у него сила реально большая сила юнитов. Тут пришли казаки, да, то есть они примерно одинаково получаются с кавалерией. Тут только нужен юнит следующей эры против ацтека, получается, а я и не знал. Если бы я знал, я бы побольше армии сделал, чтобы как можно быстрее его снести было, я не знал. Я бы вообще, наверное, тогда не воевал с ацтеком, честно говоря. Тебе надо было просто дождаться корпуса и на корпусе приехать, если он тем более у тебя был. Он мне и так выносил в лед. Ну, а почему не забрал тебя? Потому что он вернул, у него кавалерия получилась. Кавалерия, у которой больше силы, чем моя. То есть он как раз успел, когда у него там оставался последний город.
Ну вот, корпуса бы помогли. А лансеры в кого апгрейдятся? Чё-то я не могу понять. В танков? ПТУ, что? А? А, в ПТ, в ПТ. Абдусалам, мы отказываемся, да? Да. Ну, а просто толку его брать нету. Это трата очков. Очки и всё, да. Я почему-то он не обозначен был никак. Только по имени знал. Так... В этом и глюк. В этом и глюк. А, понятно, его забанили тогда. Да не то, что забанили, он просто не работает так, как должен работать. Он должен давать эвы. Сделали таким, что он не на все, не на все техи дает эврики, а только на 4. Нужные для победы научной. Вот, но что-то, видимо, они не то подкрутили, и он сейчас вообще ничего не делает. Исправят. Конечно. Я так думаю. Ну вот он мне достался. И что мне вот теперь с ним надо сделать? Если за бесплатно. За бесплатно. Ну, у меня не было пропустить кнопки. Да. Когда берешь и удаляешь или используешь, неважно. Он ничего не дает просто, да? Да. Ну, можешь проверить. Не, стоп, смотри. Он мне дал... 4 эврики дал. О как. Что, не починили, получается? Я буквально сегодня играл с ним, использовал, он мне ничего не давал. Странно, И вчера не давал. По очкам он тебе дал что-то? Что значит по очкам? По очкам исследования, они засчитаны, эти эврики? Да, сейчас я... Ну, сейчас, подожди, война же постоянная. Потому что не исключено, что он у тебя написал, а типа у тебя 4 эврики, но... Может быть, да. Ну что?
Что, ну что? Проверил. А, блин, ну я ж... Блин. А вы не помните, что я сказал, какие мне добавились? Ну вообще, походу, добавилось. Робототехника... Или научная победа. Робототехника, спутники добавились. Офигеть. Прикольно. Круто, значит, они все-таки починили эту вещь. Ну, я не знаю, что теперь, хотите сейф? Да нет, бог с ним. Ну, это какой-то жирный бонус. За бесплатно. Ну... Ну, да. Что поделать-то теперь? Ну, предлагаю не претендовать тогда на другого космического человека, как минимум. Не возражаю. Потому что это... Просто самое странное, что оно не работало у меня, у Димки тоже оно не работало, а здесь оно, видите ли, решило заработать. Совершенно внезапно, да. Внезапно, так. Так Господа. Следующий космочеловек понерфленный же. Так и этот понерфленный, в принципе. Ну, то есть, ничего он... Изначально Абдусалам вообще дает эврики на все техи информационной эры. Поэтому он его зачистили очень сильно. Так и чё, мы не используем эту? Карла Сагана. Его уже использовали. Да, его уже взяли. Ну взять-то я его взял, а использовать его можно? Я ж не Карла... могу. Ты не Карла Сагана взял. Карл Сагана. Карла. Это тот, который плюс 50% дает? Ну да. Ты его можешь использовать, он работает корректно, все в порядке. А, ну все там. А про какого тогда космо-человека ты говорил? Абдусалам, который дает эврики на понял, всю... который всем на эврики. Нет, подожди, Карл Саган дает 1500 производства. Не плюс 50%. Он... Ну, это по факту одно и то же, потому что проекты строили, стоили 3000, они в патче его изменили просто. Он теперь вместо... Они же там уменьшили стоимость, да, этих тех. Офигеть. И получается, вместо 1500 он дает 50%. Там все правильно. Так, учитывая то, что у русского и Карл Саган, и Стефани Кволик. А, и Стефани Кволик еще там. Ага. Я за веру докупил. Че, зря шель копил? Докупил. У меня веры много. Так. Это логично. Чтобы гордого ацтека сломили или нет? Кин. Нет. Не знаю, я просто ему мешался, чтобы китаец мог задрифт. Ууу, 670 силы. Нормально. Ну, вот понимаешь, когда я на него нападал, примерно такая же была диспозиция. Типа, у меня в два раза больше. Я взял два города. А потом что-то пошло не так. Видимо, что-то случилось. Видимо, что-то случилось, да. Ну, бывает. Ацтеки, все думают, только на старте хороши, видишь? Они себя показывают и в течение игры сильной нации. Получается, с ацтеком только если на... Ну, не, возьми генерала, боюсь генерала. Либо на генералах, либо на корпусах, либо на следующих технологиях, либо на своих бонусах. В том и дело, что это все. Просто их банить так точно нет смысла. Сандр, ты куда плавать собрался? На всякий случай. Была возможность, я построил. Действительно. Ты знаешь, как оно бывает потом. То туда ракета, то сюда. И все. Больше-то ракет нема. Ну пока нету. Кстати, да, у нас вот пока по две на рожу, и все идет к тому, что Россия.
Улетит, да. Пока что уже 71% у нее по науке. 900 промки. Все идет к тому, что улетит. Вам-то по-хорошему уже можно было бы замириться с Текусом, с китайцем. Не, я хочу захватить. Вот видишь. Нет, сейчас китаец опасен, надо его ломать, потому что он с танками. Он может и на русского напасть. Хорошая попытка. Это самый был бы хороший момент, если бы он попробовал бы Питер забрать по-быстрому. Не дождетесь. В союзе, ребят. Казаки против армии танков. У вас союз, да? Да. Да, понятно. То есть мне русский помогает отбиться от ацтека. Вы никто ничего не делает вообще за всю игру. Сидят только лясы точат. Но мне надо пойти танками напасть на ацтека. Ну, слабенькая попытка просто, понимаешь? Это слабо, слабо. Я буду стараться в следующий раз лучше. Ладно, Лёш, ну я с Ацтеком мира заключаю, потому что мне уже типа... Хорошо. Зоны особого нет. Спасибо. Подошли там Ацтека по плечу, похлопали. Казахи в экспедицию сходили. Половина погибла. Половина заблудилась. А что, казахов там развалили? Ну, развалили так знатно. Ну, слушай, это здорово. Что, а даже армии казаков развалили вот эти слабенькие... Да-да-да. Ну, я, конечно, это... Меня там в некоторых моментах перекликивали, но дело не меняет особо. Ну, сила, ну, ты видишь, какая сила, да? У юнитов. Спасибо. Так, а где у меня еще археологический музей? В Цзиндуне. Тема. Дзяодун. Еще Дзяодун. Блин, на камне. Не хочу я на камне строить терракотовую армию. Блин, или лучше тут армию танков построить. Капстек, мы будем мир заключать? Да-да-да, мне сейчас нет тогда просто. А, хорошо.
как так быстро город захватил? Что-то не заметил? Ну, не один ты фаст-кликер. Я если соберусь и не сплю, то тоже могу что-то тут изобразить. Я не заметил, что ты его убил. Вот в чем проблема. Слушайте, а вот эти полторы тысячи промки, вот я ее типа завязаю, они потом на все проекты будут работать или я вот на один? Только на один. Только на один. Который ты в данный момент строишь. Надо ставить на этот самый. На космодром и прям там его использовать. Блин, вот тупо они сделали, то есть вот амфитеатр дают две ячейки под это, под литературный шедевр, а вот эти центры только одну ячейку под музыкальный. Не могли что ли то и то? Не успели потестить. Пора было выпустить новую цифру. Или не хотели. Так не, у них же в самом начале-то, ну, до патча было, что и амфитеатры дают всего одну ячейку литературную, потом они сделали две. А то, что музыкальные, так дают одну. Посмотрят, почитают, может что-то исправят. Тебе, конечно, слабо в это верится. Ух, как-то я впервые, по-моему, всеми юнитами успел походить. Так. Бразилия, а посмотри на вот эту вот девочку. Парфюм не. А парфюм 6. Ну я тебе могу еще что-то дать. Апельсин могу дать. А я тебе его и так даю. Не так его даю. Да. Ну ладно. Тогда не меняйся с ним никем этим парфюмом. Ну, если только на 2. Ну. Но 2 мне никто не предложит. Да предложат там, поверь. Есть кого. Что парфюм надо выменивать дороже. Ну что же, я зря за него сражался, что ли? Вот я же говорю, что его надо за большие. Пирожки менять. Ух как, сразу драконцы пошли на раздачу. Что? После парфюма в тот же ход еще сразу 2 взяли. Последнее.
Нет, там еще один остался. А, нет, все, последний, да, действительно. Слушай, а... Один плюс 10 на туризм. Да. Да и второй на... плюс 10 на туризм. Да, и второй плюс 10 на туризм. И парфюм. Это три последних чувака. Да, точно. Что-то все уже разбирает. Кошмар. Гляньте, а там со мной никто ничем поторговать не хочет. А вы никто не заметили, что цикл уже первую деталь запустил? Ничего, все хорошо. Охренеть. Я запустил первую деталь. Да не, вам кажется. То есть это вы мне рассказываете, что в моде все равно можно играть? Можно. Ну а что вот сейчас мы наблюдаем? Почему человек уже улетает на 137-м ходу? Но ты же воюешь на танках. Не, он... Ну и я проигрываю в развитии. Ему еще лететь и лететь. Ну, как бы, это не вот. Я просто сейчас пропустил. Я хочу вас всех посмотреть там. Да-да. Территорию вашу, да? Интересно, да. Человек уже улетел. Русский, скажи мне, чисто ради интереса, сколько тебе дается из-за веры в столиц пром? Из-за веры? Ну, из-за бонуса. Не, ну я хочу здесь, ну... Сейчас я смотрю. Плюс 32 молотка. Ну, вот. Слишком жесткая это. Слишком жесткая вера, вот это, да? И плюс 31 от этих. То, что он взял эту... Ему просто 32 клетка, 32 молотка. Да, я понимаю. Я понимаю, о чем. Ну а что с этим поделаешь? О, в 6 городах это где-то 200, наверное. Не, 200, наверное. А что ты с этим поделаешь? Ничего. В принципе, ничего не поделаешь, да. В пятерке было ограничение 15%, да, по-моему? Тут нет. Тут нет. Вот поэтому, наверное, и цифры... Стольни 28 жителей. Ну, да, считаю, плюс 28%. Ну, плюс 26. Ну, не суть. Там плюс-минус 2% это уже. Испанец предложение. А мне есть что предлагать? Так у тебя же есть вроде было. Но... Да, мы же уже торговали на это. Ты же вроде паразитцами торговал на благовоние. Ну, может, закончилось. Я ж не в курсе, я тут воюю. Просто я торговал вроде на меха. У меня вот меха лишние оказались. Да я-то не против.
Мне лошади нужны. Да. I am willing to serve my... Могу соль поменять. А, вот, кстати, тут в репортах есть current deals. Текущие сделки. Ну, так я же говорил про это. А, ну, да, прослушал. Там еще и сколько ходов, все увидит. Блин, да чего его не видно? Ну, по-моему, русского тут уже не догнать. Ну, почему не стреляет? Мое скромное мнение. Ну, я пока даже в химии не вышел. Русский не вышел в химию? Да, нет, я вообще что-то отстал от вас отсюда. Вы на меня внимания не обращайте, тут тихо сижу, развиваюсь, никого не трогаю. Вон, скоро китаец культуры победит. Серьезно? Прохладно. Да. Ну или ацтек религии. Ацтек религии особенно. Такие цели у тебя прям вообще. Кстати, пока самая маловероятная победа, это, ну, в принципе, в любой игре, это в религии, да? Вообще нереально. Да, к сожалению, да. К сожалению, да. Просто мы, знаешь, как пробуем играть? Религиозные юниты сражаются только с религиозными юнитами. То есть... это? Я вот просмотрел, кто это еще ко мне шпиона посадил. Не знаю. А есть смысл к тебе сажать шпиона? Да, наверное. Так вот, если играть таким образом, чтобы, допустим, религиозные юниты сражались только с религиозными, а военные не имели права их трогать, то возможно... Американец сделка. И религии можно будет как бы победить, но... Тоже маловероятно. Просто, может, и Россия бы... Ну, надо нации подбирать такие специфические очень. Да надо там прям специальные эти брать. Верования всякие, я думаю, еще тоже очень да, важно. Вопрос да. Не в том, что верование не верование. Вопрос в том, что если ты не упоришься в веру по полной программе, то есть... Действительно, там по 200, по 300 нужно веры в ход иметь. А, я мир заключил, блин. Вот, а если все остальные увидят, что ты начнешь побеждать, они тебе придут просто армию забирать твои города. И ты ничего не сможешь сделать, потому что вера уперся. Да я говорю, нужен какие-нибудь бомбы религиозные. Скинул бомбу. У тебя там сразу это поднялась вера. Есть твоя. Такие, нет, есть такие. Надо иметь союзника ГГшку, которая дает выбирать повышение апостолам. Ну вот это Ереван, все. Да. И все. Тогда там за одно обращение обращается целиком город, в твою религию. Ай, не успеваю, нифига. Опять-таки, я с... 3 минуты, пытался круто. Как раз играть. Вот, религии просто ради интереса. Вот, там какой-то глюк начинается вместе с апостолов после 12-го. Что, а вроде как говорит, что есть повышение, а повышения нету. Вроде поправили.
пытается с этим, да замиритесь, вам надо останавливать русского будет, а вы между собой воюете. Почему нам? Еще три человека в игре есть, кроме нас. Ну, я просто не смогу, я сильно отстал, он меня забыл. Ну, отлично, зашибись. Да, может, таким образом пытаюсь его догнать, захватив от стека. Ты не успеешь развиться. Наверное, надо в следующих играх банить этот бонус 1% за последовательность. Давайте все вообще банить и будем играть на стоковом. Если он не ограничивается как 15%, это слишком много. Тебе не кажется? Ну это надо города еще так отожрать хорошо. Правильно? Да нет, просто надо понимать, кто лидер, кооперироваться. Все тупо сидят, понимаешь, вы просто играете в развитие, вот и все. У вас нету вот этого авантюризма нападения. Он на тебя напал, а не ты на него. То он на тебя напал, тебе пришлось это делать. Вы пытаетесь все забанить, то, что идет, вот знаешь, мешает развитию, вместо того, чтобы попытаться человека захватить, например. Эти вдвоем с испанец, с бразильцем вообще не знаю, чем занимаются целую игру. Вот интересно, наверное. Мне интересно. Не сомневаюсь. И вы постоянно пытаетесь запретить именно вот то, что дает какие-то эти бонусы. Что именно мы пытаемся запретить, не понял. Ну, ты слышал, что Арчи говорил сейчас? Да, он говорит, надо попробовать сыграть с баном вот этой вот штуки. Ну, так вы будете постоянно что-то находить. Это надо находить не через запрещение, потому что есть баги. Вот баги надо запрещать и менять их. С ними плохо играть. А искать на тактику, противотактику. По-другому действовать. Лёш, я понимаю. Ну, просто вы так говорите. Вот вы сидите, развиваетесь. Вам, наверное, не интересно. Я сижу, я закрыт. Что ты мне предлагаешь? Идти войной, плавать? Или что мне делать надо? Объединяться, делать какой-то против русского какие-то шаги. Как? А не только говорить. Вы только говорите на то, что я должен на него напасть. Но вы с ним и торгуете, и бонусы получаете. Нет. С ним, и все, и кто так далее. Кто с ним торгует? Никто с русским не торгует. Я, допустим, с русским не торгую уже очень давно. Вопрос в другом, что переплыть море кем? У него нету городов. У него нет морских городов, чтобы их взять. У меня есть план. Вот я его придерживаюсь. Больше я ничем вам помочь не могу. А вы воюете с Адстейдом. Ну, это мой план победы, да, понимаешь? Понимаю, ты хочешь, чтобы я... Обвинять. Чтобы я... Я тебя обвиняю в том, что ты пытаешься других людей... заставить что-то делать, при этом сам занимаясь тем, что ты просто сидишь там, развиваешься. Вот ты как раз ты ничего не делаешь. Но при этом претензии к другим, почему-то претензии ко мне, к Ацтеку. Я вообще претензий никаких никому не говорил. Я ответил только на претензии в свой адрес о том, что я ничего не делаю. Я не имею никаких границ с Россией. Как мне идти воевать с ним? Я экономически его удерживаю. У тебя есть ты за Испанию играешь, да? Нет, я играю за Бразилию. Я пытаюсь... Значит, строить армию, бонусом. Прийти через американца к нему. Русский почему-то смог через меня к Ацтеку прийти. Его это вообще ничего не смутило. Так у него проход через сраный Ереван. Во-первых, да, 6 лет. Он пришел, 5 ходов повоевал и ушел. Ну, то же самое бразилец мог сделать. Бразилец никакой армии не строил, не воевал, ничего не занимался. У меня вторая армия сейчас по показателям. Ну и зачем она тебе? И ты ничего не делаешь. Хорошо, что мне правильно, надо с ней сделать? Убей испанца.
Убить испанца? Можно было ацтека захватить с другой стороны. Можно, то есть как-то улучшить свое положение. У тебя по, улучшение положения, это надо затормозить русского. Да. Я просто вижу, что... Я вижу свой план на игру и вижу свои шансы. Они у меня есть. Говорить о том, что я ничего не делаю, это неправильно, как минимум. Но ты же требуешь от других тоже чего-то сделать. Не требую. Я ничего не требую. Я просто говорю. Я вот реально смотрю на картину и говорю, что непосредственные соседи воюют между собой, а никак не с русским. Вот и все. Но если почему они с русским план... должны воевать? Ну, поясни. Ну, вот почему твое мнение надо с русским воевать? Ну, потому что он на грантах сидит, и у него слабый слева американец, и сверху в альянсе его дружище. Все. Ацтек забили на ацтека. И он выиграет, кстати. Ну, я так думаю. Кто? Он русский. Ну, потому что... А как к нему прийти? Через море? Вы могли ему не давать ученые те же брать. То есть... Просто я физически не могу ему ничего сделать. Я все, что мог, забрал. Из хорошего. Извините. Я торговцев всех хороших забрал. Что мы отдали, я вот не знаю. Отдали ему одного на строительство космической гонки человека, насколько я понял. Двух. Но один у меня проблемы на... как бы были с великими людьми именно научными. Поэтому я воевал только за торговых. Я торговых никому не отдал. В том числе и ему, который дает счастье. Точно так же я ваши ГГшки, которые вы там убивали и прочее, я за них не дрался даже. Я знал, какие сесть и чтобы пощащать. Александр, по-хорошему ты мог забрать испанца давно-давно. Мог. Испанца мог. Что мне это даст в итоге? 10 городов с одинаковыми люксами? А что мне даст война с Россией? Ну, я не знаю, я просто за себя отвечаю сейчас. Вот я на вопрос Арчи. Вот мне они ничего, мне они нахрен не нужны. Мне скорее, я лучше заберу Чикаго там и вот эти вот, понимаешь, города. И буду непосредственно граничить с русским, чем пойду на испанский. Не, ну и меня ты мог забрать, что ты меня не забирал. В тот момент я не хотел тебя даже забирать. Когда русский меня победил... Забрал город, у меня там армии не было, ты мог прийти, забрать Чикаго и Вашингтон. Вы начали воевать за 5 ходов, вы договорились о мире, верно? Ну, нет, побольше, 7, по-моему. Побольше, да. 7 или 8, где-то так мы ходов воевали, да? Ну, мы договорились о мире, потому что дальше ему там упарываться уже, по счастью, проседал. Да у меня уже, я когда мы договорились, у меня было там минус 9 стольни. Ну, так я говорю, он уже просил по счастью, я просил по счастью, зачем нам дальше? Я отдал ему город свой. А в этот момент ты мог прийти и забрать мои города, я бы тебе даже не смог бы ничего помешать. Вопросов нет. Просто я иду в войну. Ты видел, у меня там было минус 8, минус 2, минус 3 во всех городах. И там 3 всадника, и те покалеченные. Я бы только забыл, потому что веселее было бы вам партия. Потому что я сейчас сижу в АФК режиме, там что-то я уже повлиять навряд ли смогу. Ну, возможно, ты и не сможешь повлиять. Я ничего не смогу. Посмотри, я отстал сейчас, скажу, насколько. Да. На последнем месте 42 тех. А он на 10 тех меня обогнал уже. Ничего себе, там бразильцы науки, я вам скажу. Бразильцы, откуда столько науки? Грант? Читы начал подрубать. Время я на грант поджимать. Начинаю читерить. Надоело. Нашел. Слушай, а скинешь потом в приват читы свои? Я хоть посмотрю. На Гриану напиши, у него исходники. А, ок. Все туда. Рассказывай, всем интересно. Что рассказывать?
Ну, исходники. Ну ладно, не хочешь, как хочешь. Не могу понять, что мне надо рассказать. Ну, смотри, ты сказал, читы подрубай. Да. Тебе русский сказал, скинешь мне тогда в личку. Ну, я говорю, а ты говоришь, у Нигриана исходники. Да. К нему обращайтесь за ними, за читами. Я только юзер, пользователь. Ну, значит, ты же все равно знаешь как. Ну да, выходит, что же так. Ну, как юзер. Наверное. Ну вот я и говорю, делись. Я бы с удовольствием. Ты же знаешь, что у меня их нету. Не, ну на данный момент 500 науки там или сколько у тебя? 400. Просто я счастлив, а вы нет. Ну я так и понял, если честно. Не, у меня есть довольство. Меня тоже. По плюс 3, по плюс 4. Ну я сейчас вот после этой партии понял, как надо играть. Я совсем неправильно делал. А что ты неправильно делал? Ну я для себя говорю. Понял. Ну ты с нами поделись, может, он тоже поймет. Ну тут очень сильно зависит от части. Рост и все остальное, и производство. Ну в моде-то вот в этом, это да, это сразу видно. Что там плюс... Плюс 5 это плюс 30%. Внимания не уделял вообще практически. Я на этом так и улетел вперед по Аджору. Так вот, я у меня был насчет. Я вот стольник поставил, да, у меня, значит, ну, в радиусах, значит, раз, два, три, четыре. Четыре люкса было прям. Ну вот, в начале, да, я видел уже. Ну я так и подумал, что надо, в общем, побольше городов наклепать на этих четырех люксах. А у меня всего 5 люксов. Сколько? Ну, у меня один континент. 5 люксов. Ну да. Ну да. Такая же ситуация. Ну вот, а у меня как бы получается. У меня получилось, что у меня стольня стоит на пересечении двух континентов. Ну вот да, это. Видишь. Вот за счет еще этого. И плюс еще пром кое-то взял. Ну, это все хорошо в этой сложилось. Партии, так скажем. Ну, Лёша все-таки ж сломил сопротивление города в Ацтек. Все, упал. Не-не-не.
Еще один город. А, нет, стоп. Те же самые два города. Там столица уже падает потихоньку. Я забрал те два города, что я забрал изначально. Не, ну я уже в твою вижу. Сторону перевес, видишь, ты уже наступаешь, я так понял. Ну так и я тогда наступал. А чем все кончилось? Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а на этом пока все, продолжение завтра. Меня зовут Алексей Халецкий, и я тот классный парень, который сделал для вас это видео. Поэтому не забудьте поставить лайк и поделитесь им с друзьями и знакомыми. Таким образом, мое творчество распространится и о нем узнают другие люди. Ну а сейчас вокруг меня где-то вот тут вот появляются ссылки на другие мои видео, которые я вам рекомендую посмотреть. Кликайте прямо на превьюшку и перейдете к ним. А на этом все. Спасибо и до следующих встреч.